Владикавказ – город, который издавна привлекал своей красотой и колоритом людей с разных концов мира. Красоты Владикавказа нашли отражение в живописи художников, в произведениях поэтов. И по сей день Владикавказ принимает гостей. В нашем материале гость Владикавказа – американец Джо Мескас, который приехал в республику во время событий грузино-юго-осетинского конфликта, чтобы поддержать народ Южной Осетии. Я поехал сюда, потому что моя жена Кударка из Южной Осетии, и у нас есть дочка 5 лет, Сандра, и цель, чтобы она учит русский язык. Это очень важно. Чтобы не забывала. Да, что когда я родился, моя мама итальянская была, и не учил нас итальянский язык. И это очень важно, что она учит. А где вы познакомились с твоей супругой? Мы познакомились в магазине. Да, мы знакомились, и хорошо, что я чуть-чуть по-русски говорю, потому что она тогда, я только несколько слов по-английски говорила. Джо в ходе разговора также поднял тему только что завершившихся на его родине выборов и высказал свою точку зрения по поводу внешней политики Америки. Это во время войны или после войны, когда Маккейн сказал, он говорил с Мишами, и сейчас мы все грузины, Маккейн сказал. И я хочу Маккейн сказать, Маккейн, если вы грузин, поехать туда, на Грузию, может быть, они вас выберут президент. Но у нас в Америке, мы Обама голосовал. И я вчера послал мой голос в Америку, и я на Обама. Мне нужно change. Что-нибудь надо переменить. И я хочу, я думаю, что он будет новый change для Америки. Здравствуйте, Онга, здравствуйте. Я говорю, а вы кто, он говорит? А я американец, у вас в гостях. И вот так мы с ним познакомились. Ну, разговорились. И мне он очень понравился. В это время позвонил Эдуард Джабевич, позвонил какой-то. Я говорю, ну вот посмотрите, с фотоаппаратом вот идет рядом с простой человек и только с президентами общается. И мы так с ним познакомились, разговорились, что у нас такой отдел, я его пригласила. И мне вот интересно было, например, вот что он думает и о выборах, да, там же новые выборы президента. И вообще, какими глазами вот он смотрит на наш город, на наши мероприятия, на события, которые проходят в городе. Мне он показался очень интересным человеком. Очень хорошо нравится Владикавказ. Город и тоже люди. Они очень гостеприимные люди. Я 2 года назад сказал, если больше людей было бы как осетин, мир будет лучше место жить. Владикавказ, Шадон Бомбировач, Джабахут, Патет Джебевич, я с тобой. Южная Осетия, Северная Осетия, 1.